Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу, что же я заказала такого. Итак, начнем с вами с чеков. Я так поняла, что чеки — это очень интересно. Хотя сама особо ни за чем не слежу. Так, у меня 3 чека. Заказы большие, но я тут выставила по одной, по 2 штучки. Это вот 86 баллов заказ, 201 балл заказ, маленький чек, и 193 балла заказ. Или просто 93. По-моему, 100. Первый чек — это, конечно же, мой врач сказал переходить на К2-Д3, вот на этот вот комплекс, и я его сразу же взяла, 11 штучек, потому что надо мне, маме, папе, свекру, свекрови, Антону, Кате, Вике. Тут 2000 капсул, сказали пить взрослым по 6000, а детям по 4000. Получается 2000 капсул, взрослым 6000, это 3 капсулы в день мы пьем Д3К2. Мой врач сказала, что Д3К2 он куда лучше, куда круче, поэтому такой вот большой заказ получился, артикул 158.09. Вот такая красота, это обычные капсулки. У меня, конечно, есть открытая пачка, очень сложно открыть, да, вот такие вот капсулки. Ну, Д3К2 это сосуды, это мощные противовирусные и так далее, да, то есть, ну, может, кто-то не знал. Дальше, бурлящие шарики для ванны с игрушкой. У меня тут стоит 3 штучки, но их 6, где-то тут еще в заказах они есть. В каждом шарике разные игрушки, я уже про них снимала вид новинки, поэтому вот тут увидите вставочку. Отличные шарики, я бы вам сказала, просто супер-пупер. Их нельзя выбирать, они приходят с одним артикулом, но разные. То есть что-то типа лотереи, какой вложит, никто не знает. Они все с разными вкусами, где-то тутти-фрутти, где-то банановые и так далее. Артикул 29.74. Вот такая вот красота, это моей дочке. И когда шарик до конца пробурлит, наверх всплывает какая-либо из игрушек. Тоже очень-очень прикольно. Крем для лица и тела, маловтилин, это наш must-have семейный. Пользуемся все. Ну, от чего он помогает? От ожогов, от прыщей, от укусов, от любого вида раздражения. У него очень богатый состав. Обратите внимание, как вы видите, тут и ши, и лантаин. И, в общем, тут очень много различных веществ. И 97% натуральных компонентов. Он не содержит парабенов, синтетических масел и так далее. То есть его можно и на лицо, и на колени, и куда угодно. У нас он в семье очень быстро расходится, потому что есть дети. И детям, в принципе, частенько что-то, да, пригождается. То попку помазать, то личико помазать, то заноску помазать, то обветривание зимнее помазать, да, то есть, хотя крем зима мы применяем, но она у меня белокожая, пошла в маму, поэтому и маловтилин тоже пригождается. Дальше идет пакет, каталог, то есть, ну, особо ничего нету. Вот 200 баллов заказик, да, на 15 тысяч рублей. Следующий заказик у нас идет на 10 тысяч рублей. Тут идут шторки такие вот классные. Я решила обновить шторочки, мне очень нравятся они, клево, классно смотрится в ванной. Тоже уже снимала, артикул 910-448. Одну штору я испортила, я ее поставила в машине на сушку, и она скукожилась. Ну, клеенка, она и в Африке клеенка, в общем, я виновата. А эту шторку я заказала родителям на подарок, 180x180 обе шторы, артикул 910-447. Вот поеду, подарю, хотя папа скоро приедет ко мне. Так, далее. У нас с вами до 10-12, не знаю, когда выйдет видео, у меня там очень много видео на очереди, но до 10-12, как обычно, купончики дарят, купон на скидку 50%. Условия тут очень простые. Мы с вами заказываем на 999 рублей по этому каталогу, который действует, и потом нам вкладывается один купон. Так как у меня заказов много, то и купонов много. На один товар из категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, wellness, вот я, наверное, коктейли наберу, и у меня бы комплекс заканчивается. Так, декоративная косметика, косметика для дома и ароматерапия. Ну, сколько тут, да, считать не буду, но постоянно купоны есть. В общем, давайте я вам пока дальше все это дело буду показывать. Так, так, тут на 10 тысяч чек. Да, что-то я и уже сняла. Да, тут и шампунь, и все. Ну, тут половина не моя, конечно. И следующий момент, тут на 14 тысяч чек. БАДы и так далее. Угу. Я заказала себе такие вот наклейки. Очень хочется попробовать. Клевые, классные. Отдам их мастеру. Я хочу их сделать под гель-лак. Мне понравилась и расцветка, и Новый год, год дракошки. Смотрите, вот такую красоту на ноготь. Ну, вообще великолепно просто. Артикул 71.043. Очень понравилось. Дальше
санитайзер для рук взяла, 1702 артикул, мне он очень нравится. Он по распродаже, вот не знаю, выведут, не выведут из ассортимента, но мне очень нравится. И он, кстати, имеет еще заживляющее свойство. Вот я сегодня, видите, пальчик порезала слегка. И можно на пальчик нанести, на любую ранку, и уже начнет проходить. Не знаю, как я так отмочила. Он идет в составе с хлордексидином и с заживляющими какими-то вот веществами. Тоже очень-очень здорово. Мы очень часто летаем, аэропорт и так далее. Их я тоже заказала много. Я сразу беру по 10 штучек, ну, потому что оно нам надо. Вика ходит на кружки, у нее все время во рту пальцы, как у маленькой девочки. Ну, что поделаешь, так оно и бывает. Дальше, конечно же, спонжи свои любимые косметические я заказала. Размер 6,5 сантиметров. Артикул 910. 243. Чем они мне нравятся? Тем, что они очень упругие, они очень приятные, они многофункциональные. И у глазика удобно нанести, и есть плоское что-то, вот, и есть большая вот эта вот площадка, чтобы разносить по лицу неточечно. То есть мне очень нравятся эти спонжи, они многофункциональные, я никакими другими вообще не пользуюсь. Стирать я их не стираю, как вот мне многие говорят, что вот, вы там спонжи не стираете. Нет, я чувствую, что он чересчур сильно заморался, и с каким-то временем я его просто выкидываю и открываю новый. Их я взяла 10 штучек, я на постоянной основе беру. Дальше, пихтовита, это не мне, но я это тоже очень часто заказываю. С артикулом 157-35, заказала мне одна очень хорошая девушка, умница, красавица и скромница, вот, хочет себе и дочке давать. Так, далее, селен, хотела взять 10 штук, взяла одну штуку. В общем, есть что купить. Смотрим артикул, артикул 158-06. Ну, селен, он от всего, это невосполнимый такой компонент, который извне очень сложно получить, его нужно принимать всегда. Вебинар про селен у меня есть, поэтому смотрите на ютубе запись вебинара про селен, там целый час, очень много рассказывать. Комплекс витаминов В, это настроение, это кожа, это тоже сердце, тут В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12, артикул 158-04, тоже отличный комплекс витаминов В. Дальше, иммуномодулятор Форте и иммуносистем суперкомплекс, это абсолютно разные. Тут я их немножечко выставила кривовато, ну вы поняли, да? То есть это все новинки, новинки, которые давали заказать. То есть это перевыпуск вообще всех БАДов, как вы видите. Вот, например, когда у меня начинается сердцебиение, бывает такое от усталости, я там не сплю, например, больше суток из-за того, что поезда, самолеты. Я выпиваю магния 2 таблетки, кардио супер 2 таблетки, прямо вот 4 штуки в руку кладу и выпиваю. Отличный, просто отличный эффект. Артикул 158-41. Сейчас они начали появляться, а у меня он уже заканчивается. Также его можно пропить. У меня вот папа, когда его парализовала, парализует же все. Согласны. И, конечно, все системы нарушаются при параличе. У него полностью парализовало целую половину тела. Вот он пил кардиосуппорт полгода. И также он пил нейропротектор. Иммуносистем модулятор Форте с артикулом 158-58. Тут тоже, во-первых, и состав шикарный. Там, давайте-ка я вам буду увеличивать, чтобы вы понимали. Да? Тут, во-первых, состав шикарный. Он идет, и, как вы видите, тут и куркумин, и дигидрокверцетин, витамин С. Состав очень богатый и очень-очень крутой. Я вообще благодарна компании, что такое вот у нас появилось. Например, если кто-то в нашей семье болеет, это 100% иммуномодулятор Форте. Сразу 2 капсулы за 40 минут до еды. Это же и витамин С мы сразу же начинаем пить. И в принципе он остался такого же даже цвета. Ну потому что куркумин, он же желтенький. Вообще куркумин штука классная. И хорошо, что у нас он есть еще и отдельно, в таком вот отдельном варианте. Но этот куркумин уже не мой, у меня его заказали. Артикул 158-00 тоже тут состав. Идет, ну тут еще есть пиперин и куркумин, очень хорошая штука сам по себе, его можно вообще каждый день пить без перерыва, и мало ли где-то какой-то воспалительный процесс, я не знаю. Ой, ну что даже взять, в пример, в кишечнике, да, мы же его не видим, или там зуб начинает болеть, то есть от всего. Насморк какой-то, тоже можно куркумин пить. Можно его всегда пить для иммунитета, допустим, по 2 штучки за 40 минут до завтрака. Очень хорошо работает, мне нравится, я прям вижу эффект. Ровно неделю пью биоритмы, еще старую версию, и могу сказать, что эффект есть. Сплю, высыпаюсь, просыпаюсь в хорошем настроении. Господи, ребят, что это такое? Артикул 158-47, очень крутая штучка. Состав тут, конечно,
начинается с очень хорошего ингредиента. У меня дочка его пьет, фосфатидилсерин, PC-100, как мы его называем. И тут как раз 100 миллиграмм его идет. Мы с Викуськой пьем 100 миллиграмм, но в чистом виде. И я вам могу сказать, что эффект просто ошеломительный. Далее тут идет солодка, орегано, шафран, перец черный и марганец. То есть состав просто обалденный. Артикул 158-47. Вот такая красота. Следующий обновленный БАД — это гастрокомфорт. У гастрокомфорта артикул 158-52. Тут тоже, как вы видите, состав просто обалденный. Буду для вас гуглить. Да? У всех БАДов рекомендация по применению взрослым по 2 капсулы один раз в день. Вот такая красота. Так, следующий — иммуносистем суппорт комплекс. Артикул 158-61. Вот тут есть и свидетельство, и все, да. То есть, как бы, все можно поставить на паузу и почитать. Тоже очень шикарный состав, как вы видите, да, и спирулина, и хлорелла, и ундария, B2, D3, то есть тут тоже очень хороший состав для того, чтобы не разболеться. Дальше, модулятор, иммуномодулятор, это немножечко другое, там стимулятор был, а это модулятор. Артикул 158-51, тут состав, очень богатый состав грибов, как вы видите, мейтаки грибы, рейши грибы, кошачий коготь. Видите, какой хороший состав. Я его как раз сейчас начала пить. Очень понравился. Антистресс любимый. Викуське могу дать одну штучку, если уж очень сильно ребенок прыгает. День такой бывает, что ребенок очень сильно прыгает. Но тут, кстати, тоже есть фосфатидилсерин. Но на постоянной основе мы его не пьем. А вот пассифлора, она очень-очень хорошо успокаивает. Артикул 158-44. Мелисса, шафран, пассифлора. Да, видите, какие натуральные, хорошие составчики. Клевые. Бовел суппорт — это поддержка кишечника. У нас с вами три вида кишечных БАДов, да, есть еще детокс, есть еще тоже поддержка кишечника. И вот это третье про кишечник, артикул 158-56. Тут тоже видите, какой хороший состав. И алоэ вера, и бамбук, и имбирь, и фукус. То есть вот кому неохота, да, имбирь заваривать, пожалуйста, пару капсул и все. И вы уже здоровы. Кишечнику уже будет хорошо. Ну и Kids, мультивитаминки и минералы. Состав тоже довольно-таки богатый. Но это такой поддерживающий комплекс, конечно. Он не лечебный, как вот, знаете, бывает, что там, допустим, витамин D3 сильно понижен. И его надо пить в больших дозировках. А тут как бы дозировка маленькая, но тут куча всего опять-таки, да. И железо есть, и B6, B1, и йод, и фолиевая кислота для мозга. То есть много чего тоже есть. И написан возраст, как пить. 3-6 лет, 7-10 лет. И мальчики, девочки еще, да, видите, 11-14 лет, да. То есть как пить, поскольку штучек. Вот, ну сколько штучек нужно, да. То есть процент от нормы. Содержит одна капсула, да. То есть заболел, допустим, ребенок, можно по две давать. Артикул 158-66. Вот такая вот тоже красота. Аж до 26-го года срок годности. Ну, в общем, выпьем когда-нибудь. Да. Далее бальзамчики идут. Маска, бальзам для кожи, головы и волос. Активатор густоты волос. Сняла я свои нарощинки и решила волосы лечить. Но это не мне, я себе уже заказала в прошлом обзоре. А это у меня увидели и тоже заказали себе. Бальзам, маска для кожи, головы и волос. У нее интересный способ применения. Мы просто наносим на влажные волосы и кожу головы. Оставляем на воздействие всего на 3-5 минут и тщательно смываем. То есть это вот эта вот маска, бальзам, да, 17-36, 100 мл. А есть еще бальзам против выпадения волос. Он укрепляет волосы. У него способ применения точно-точно такой же. Оставить для воздействия на 3-5 минут и тщательно смыть. Я его втираю просто в кожу головы, и мне очень нравится, в принципе, эффект. Еще использую капсулки. Далее фитобальзам с живицей для тела. Артикул 28-28. Тоже не мне, но штука классная. Так, сухой шампунь для темных волос. Артикул 28-70. Тоже у меня заказала одна хорошая девчонка его. Так, дальше. Очень понравился мне освежитель-нейтрализатор запахов, и у меня его заказали. 308-01. Вот не всегда мне нужно много, да, заказов. Так, артикул 302-60. Это спрей для поверхностей с маслом Монарды. Тоже заказали. Он уничтожает всю плесень, грибки какие-либо. Потому что тут содержится природное сирло эфирного масла Монарды, который идет как нейтрализатор неприятных запахов и плесневого налета. Хотя у него самой запах жуткий. Я бы так выразилась. 302-60. Но терпимый. Мне вот не противен, но не нравится.
Так, это у меня тоже заказали все, девчонки, как вы видите. Господи, я не знаю, что я тут себе заказала. Шторки для ванной заказала, да? Так, артикул 0194. Это очень хороший бальзам. Он был по распродаже, и девчонки его заказали у меня. С ароматом зимних ягод, морожки. Очень хорошо ухаживает за и кожей головы, и за волосами. Жидкое мыло с безумно ярким ароматом апельсиновой меренги. Артикул 2741. И оно идет большое, пол-литра. Девочки уже оптом берут на свою семью. Говорит, на кухню нальешь. Вообще хватает ненадолго. Любого мыла, хоть крем-мыла, хоть концентрата, хоть еще чего-то. Обворожительные гели для душа. Реально обворожительные. Это гель для душа, гладкость и сияние с очень приятным ароматом. Пион и черная смородина. Реально такая смесь, очень приятная. И вот как раз сегодня принимала душ с этим яблочком. Господи, ребят, я без ума. Яблоко прям такое сочное, классное. Я прям яблоко захотела, пока мылась. Вот понимаете, нет? 25-49. Оба идут по 400 миллилитров. Этот 29,07 ягодно-цветочный, а этот 25,49. Далее, это у меня тоже заказ. Как вы видите, из этого заказа я не знаю, что мое. 16,57. Моя любимая зубная паста для чувствительных зубов. Реально очень хорошо работает. А это у нас идет профилактическая зубная паста с компонентами, которые препятствуют образованию зубного камня и налета и кислородным комплексом. Артикул 16,59. Тоже не мне. Мне вот эти вот ланчбоксы. Это бывает, что в Якуся есть же там нельзя глютен или еще что-то, и мы носим еду в школу, чтобы ей отдельно грели. То есть, ну, как бы такая у нас система. Вот такие вот ланчбоксы, где-то теряются, где-то вот еще что-то, где-то гости с собой увозят еду, да, и мы потом новое заказываем. Значит, артикул 910-362, это ланчбокс, коллекция вдохновения природы, размер 19,5 на 12,5 на 7 сантиметров, объем 1,1 литра. Я даже с собой один такой всегда люблю брать в дорогу. Я, например, кладусь так вот, печеньки-печеньки, вот сейчас мы поедем на поезде, печеньки у меня тоже без сахара, там, безглютеновые, я с собой всегда беру там хлеб, мы сами печем, тоже без глютеновые булочки на псиллиуме от компании Faberlic же псиллиум. Беру с собой орешки, обязательно грецкие, кедровые, кешью очень люблю. И что-нибудь еще могу взять. То есть таким вот образом беру с собой. И мне очень нравится его и мыть легко, и назад с собой легко взять. И мы с собой эти ланчбоксы берем еще на, вот когда мы с Викусикой, ну вот, например, даже последний раз, когда мы летали в Эмираты, 28 октября мы там, с 28 октября мы там отдыхали 12 дней, и у нас с собой вот был такой ланчбокс. И если ребенок капризничает, ну аутизм такая штука, сами знаете, там закапризничал, не поел, а через полчаса давай еду, а завтрак закрыт, да, то есть, ну, где мы возьмем завтрак? И, ну, как бы, блин, вот выручали такие ланчбоксы. Мы туда наложим яиц, хлеба, огурцов, всего наложим, номер поставили на тумбочку. Факта, по идее, этого не разрешают там делать, но мы говорили им, что вот, вот так и так, разрешите, пожалуйста, и нам они шли навстречу, потому что видели, какая девочка, ну, что, объясняли, что она не поела, а потом она есть захочет. Благо, моя старшая дочь знает английский и может всем все объяснить. Вот это вот, конечно, радует. Поэтому 910-362 для меня это спасение, и оно идет с натуральным волокном, там, пшеницы и так далее. То есть вот это вот все биека, все такое прочее. И пару пачек концентрированного стирального порошка для цветных тканей. Ребят, ну тоже не мне. Тоже не мне, это у меня девочки заказали. Он был по распродаже, и они у меня, ну, как бы я им показываю, листаю, сижу, когда они ко мне в гости приходят, спрашивают, ну, что там, Faberlic-то чего, есть ли там распродажа? Я говорю, есть. Сейчас, говорю, вот она. И они выбирают, что им нужно из этой распродажи, я им натыкиваю, и потом все это приходит. Артикул 321. 30021. То есть вот такой вот маленький заказик. А сейчас, та-дам-та-дам, будут пустые баночки семьи Кононовых. Итак, продолжение видео, пустые баночки. Смотрите, оказывается, у меня еще завалялся один заказ, но я про него забыла. Во-первых, это маска Гардерика, драгоценная маска красоты. Она мне очень нравится. Как раз я ее хочу сегодня сделать. Прямо от зоны груди до самого лба, до линии роста волос на лбу. Поэтому, конечно, я ее сейчас прямо открою и покажу вам эту красоточку, потому что 100 лет уже не открывала и не показывала. Это такая вот глиняная маска с артикулом 0744, которая делает очень классные вещи. Такие как, например, она сужает поры, она осветляет и гармонирует тусклый цвет лица, она снимает следы усталости. Очень классная масочка. Вы представляете? Доснимала воронку с девчонками и забыла, вот что у меня есть целый-целый заказ. Потом, значит, я взяла себе сыворотку восстанавливающую для волос. Очень мне эта сыворотка нравится.
нравится. Она вообще не жирнит, не утяжеляет. Называется Blonde Icon. Это как раз для блондинок. В принципе, для всех, у кого повреждены волосы. Тут, я думаю, что цвет волос вообще не важен. Сыворотка сама по себе просто классная. Она идет как восстанавливающая с артикулом 2713. Она не утяжеляет, не жирнит волосы. Вот это вот мне очень-очень в ней и понравилось. Она идет с инновационной формулой, которая устраняет сухость, ломкость осветленных именно волос. Также тут идет активный комплекс биомиметический кератин, который родственный структуре человеческого волоса, распознавая участки, где разрушен природный кератин. Этот умный кератин идет как реконструктор для всего, поэтому вообще здорово. Особенно запаивает повреждения на кончиках. Мало того, что я обесцвечиваюсь, так я же еще и постоянно вью какие-то прически, что-то делаю. И на постоянной основе у меня в связи с профессией волосы жгутся, обесцвечиваются, жгутся, обесцвечиваются. Но седина уже пришла в мою жизнь, поэтому по-другому пока никак. Дальше, вот это вот новинка. Но это, можно так сказать, далеко забытое старое. Это очень удобные перчатки, которыми можно мыться. Мы их со временем, конечно же, они у нас уже были в компании Faberlic, и мы их со временем уже просто исширкали и так далее. Мне очень нравятся эти перчатки. Просто капаешь и ухаживаешь за собой, за телом, да, гель для душа. Они очень хорошо вспенивают все. И оно так и называется, перчатка для душа желтая. Материал тут идет нейлон, размер 19 на 7 сантиметров. Она такая не сильно мега, но грубенькая. Артикул 910-490. Я заказываю сразу две перчатки. В них, кстати, очень удобно даже гель для душа открыть. Я их таким образом натягиваю. Они мне слегка чуть-чуть на первый раз маловаты, но потом они уже по руке. И просто, вот понимаете, даже вместо скраба, вот кто не любит, я очень люблю наши скрабы, но кто вот не любит потом ванну после скраба мыть, когда все стены, в этом еще что-то, да, где-то что-то куда-то падает. Я не знаю, я сразу душиком смываю, у меня проблем нет. Но и вот это вот как бы получается просто с гелем для душа, вы прошлись обеими руками, да, еще эту надеть, и обеими руками быстренько помылись, и действительно здорово, просто потом выходите, крем наносите на себя, и все, и это идет такое отшелушивание на постоянной основе, и очень-очень удобно. Мне эти перчатки в прошлый раз понравились, они были в нескольких цветах. Дальше, что-то куда-то, то ли я в поездку куда-то задевала, то ли что, не могу понять. Закончились у меня вот эти вот наборчики, они мне очень-очень нравятся. Особенно брать с собой в поездку. Тут имеются и крышечки такие легкие, удобные. Это у нас идет эко-кисть для макияжа глаз. Артикул 8730. Одной стороной вы можете тушевать любую стрелку, подводку. На видите, такая маленькая, хорошенькая. А другой стороной вы можете подводить брови и делать стрелки. Ну, если, например, подводка жидкая. Тут такая вот штучка, которая мне, в принципе, очень даже нравится. Такая вот маленькая, хорошенькая, удобненькая. И их на очень долго хватает, если не терять, как я. Дальше, смотрите, я заказала вот такие вот ароматизаторы себе в дом. Хочу их вкладывать в новогодние еще подарочки. Первое ароматическое саше цветочный. Очень красивый набор. И вот как раз в пустышках у меня все эти три саше есть. Мне не понравился кофе. Я почему-то не люблю запах кофе с артикулом 302-84. А вот эти два я заказала и положила у себя дома. Ну, могу сказать, что запах есть, но не сильный. Их также классно класть куда-то в белье, вешать где-то в белье. То есть они действительно красивые. Вот роза 302-82 и цветочный 302-86. Как вы видите, я уже их попробовала и по новой заказала. Ну, слушайте, прикольно. Такое в подарок дарить тоже прикольно. Они вначале, конечно, там немножечко сыпаются, но отпадывает не все. Дальше взяла, так, еще одни наклейки, ага, переводные наклейки. В общем, у меня теперь две таких упаковки. Кстати, они очень даже прикольные. Смотрите, какой рисунок клевый, классный на ноготочке. Можно что угодно тут повырезать и себе на ноготочек. Даже дракончик, вот дракончик у меня войдет. На год дракона будет классный. У меня, получается, есть такие вот подарочные наборчики. Мне очень давно хотелось этих котиков. Тоже впервые у меня на канале такие вот новые новинки. 781-233. Такой вот классный пакетик. Раз. Дальше идет тоже малюсечка, да, что-то туда складывать. Совсем такой маленький, аккуратненький, со звездочками. Но котики мне, если честно, больше нравятся. Не знаю почему. Так, 781-234. Тоже такой хорошенький. Далее, я его называю мужской пакет. 781-236. Но он реально как мужской, потому что такой минимализм.
точно не девочковый, как мы в семье прикалываемся. Он уже такой большой, там гели для душа, еще что-то. Ну и очень мне понравились вот эти вот переводки. Их можно сочетать с любым, мне кажется, вообще маникюром. Посмотрите, как красиво. Просто красиво. Артикул 710-42. Очень достойные переводки. Классные. Мне нравится такое. Я очень люблю что-то золотистое, блестящее. Поэтому вот заказала. Так, значит, котики пошли размером больше. Ну, вообще очень мило. 781-235. Ну, вот я, например, дарю чайник дракон. Ну, в общем, всю коллекцию дракон. Я хочу дарить. Все заказала по 15 экземпляров. И, конечно, понимаю, что... Та-дам-та-дам, у меня сюда ничего не войдет, но войдут какие-то другие мелкие подарки. 781-235. Очень красивые такие вот котики. У меня всегда есть с собой пакеты. Мало ли у кого-то какой-то день рождения, получается здорово и классно. У меня уже есть подарочный пакетик. Дальше, вот такая красота. Артикул 781-238. Тоже очень здорово и классно. Он уже большой, тут можно и полотенце, и все что угодно вложить. Дальше 781-237. 7. Уже такой. Тут я все время думаю, что в тебя класть. Да, такой квадратненький, хорошенький. Тоже очень интересно. Большие я, конечно, люблю больше, но что-то вот последнее время большие не выпускают. Распечатали мы 3 новых губки. 910-075. Губки я эти обожаю. Это наши желтые двухсторонние губки с антибактериальным эффектом. В общем, они очень крутые. Если есть в наличии, берите, не пожалеете. Была смена зубных щеток. Моя беленькая с угольным напылением. 117-48. Нравится тем, что она очень плотная и хорошо чистит зубы. Так, наши увлажнители. Потратили 2 Siberian Fir. Это эфирное масло пихты сибирской, которое тонизирует, очищает кожу, подходит для ухода. Кожа с повышенной жирностью. И также аромат умиротворяет, дает спокойствие, наполняет жизненной энергией. В общем, очень хорошее. Масло пихты сибирской. 13,45 артикул. Постоянно беру на постоянной основе. Так, дальше, значит, 12,92. Это у нас Energy идет. Для тех, кто любит делать энергию без энергетических каких-либо напитков. Но они же очень вредные. Лучше, я думаю, детей приучать к маслам, чтобы масла на них как-то влияли. Вот дочку я свою, ну, уже, наверное, 3 года назад эта проблема уже ушла, но когда она была подростком, сейчас ей 23 года, но когда она была прям подростком-подростком, она от меня втихушу пила всякие энергетические напитки, которые очень сильно влияют, и я не знала, что делать. А потом я говорю, ну, вот есть наш Energy Boom от Faberlic, вот есть наши масла энергетические и так далее, и так далее. И потом она уже, я говорю, ты сопоставляй, что ты делаешь. Ты сопоставляй, какую вообще ты приносишь вред или пользу. Сама подумай, в плюс надо жить. Дальше Black Amber, очень мне нравится. Это ароматический диффузор, тут палочки, но, к сожалению, их в наличии нету, поэтому смысла нет говорить артикул. Вам надеяться, что что-то новенькое у нас появится. Дальше, значит, салфетки-ловушки. Огромное количество. Да, по ним можно посчитать, сколько стирок у нас воспроизведено было. По одной салфетке мы всегда кладем в барабан. Ну, и если считать, что 20 штучек в упаковке, 1, 2, 3, 4, 5. 100 стирок получается. Очень они мне нравятся. Просто великолепно. Артикул 308-44. Далее хочется пробежаться по самому основному. Это наша стирка, глажка, готовка, уборка в доме. Во-первых, ультракондиционер для белья. Они разные, но оба с одинаковым ароматом. 308-56. Ультрафабрик какой-то вот тут. А, дерматологически проверен. Пудровая нежность. А тут у нас без пудровой нежности. Просто ультракондиционер. 118-56. Оба классные, клевые. Оба 0+, ребята, идут. Я их почему беру? Они идут 0+. Дальше ультракондиционер для белья 2 в 1. 118-50. 3 штучки. Ультракондиционер не очень-то мне нравится. Но я его заказывала как новинку. Потому что хотелось попробовать, может, что-то изменилось. Но золотая органа я не могу. Он для меня слишком грубый. 308-54. Дальше... У нас идет ультракондиционер для белья «Мелодия солнца». Он нежный, легкий, невесомый, как раз для тех, кто любит мягкое, клевое белье, но не любит, чтобы прям воняло. Он такой легкий очень аромат, 308-51. И последний – это ультракондиционер для белья «Суперконцентрат», 30 стирок. Ну, они, в принципе, все на 30 стирок идут, с артикулом 118-55. Это мой любимый аромат «Розовый бархат», один из моих любимых. Далее гели для стирки идут. Это деликатные ткани, 308-40. Ну, какой-то кружевной нижний белье.
белье, курточку, вот это все сюда. Это для деликатных тканей, для одежды, которую мне шьют вручную, для пиджачков моих, костюмчиков. У меня очень много пиджаков, костюмов. Около 30, наверное, уже штук накопилось. И, конечно, я их всех по очереди надеваю на себя. И потом, конечно же, все это нужно чем-то стирать, как-то вот ухаживать. Далее, концентрированный гель 3 в 1 для стирки черных и темных тканей 308-41. И 4 штуки концентрированных гелей для стирки для цветного белья. В этот раз что-то для белого белья мы не стирали ничего, да? Получается так. Дальше. Это у нас парфюм для стирки в гранулах. Один вот такой. Это ягодный. Не вспомню, какой у него аромат был. А далее, значит, вот это мой самый-самый любимый. Мне больше всех понравился аромат такой зеленой цветочной травки. 308-46. Прям в барабан его кладем. Но там есть спор. Постоянно в комментариях спор. Но сама компания Faberlic, минутный ролик, вот посмотрите вот тут вот этот минутный роличек на своем канале, они выкладывали, что они кладут это средство в отдел для порошка. То есть его можно класть в отдел для порошка, не обязательно его класть в барабан. Это уже как вам захочется. Есть люди, которые вообще полностью все складывают в барабан, а есть люди, которые наливают в машину. Это одно и то же, я считаю, в принципе. Ну вот кондиционер для белья вы все равно будете в отделение специальное складывать, а не обязательно будете складывать в барабан. Все равно что-то в барабан идет, а что-то идет так. И вот такой вот солнечный, клевый, классный, тоже вот, к сожалению, артикул у нас оторвался, порвался. И у меня девчонки, воспитатели Вики, что-то из этого вот делают. Им потом это все очень нравится, они для чего-то вот в сад-огород это забрали. Вот, не знаю для чего, правда. Но ароматы просто, я не знаю, это бьет нос, это такое великолепие, это такая свежатина, это просто вот очень вкусно, это необычные ягоды. Настоящий парфюм для стирки тканей в форме гранул. Концентрированные ароматы с пролонгированным эффектом. Достаточно насыпать всего 1 столовую ложечку гранул при стирке, чтобы придать вещам потрясающий, красивый и очень стойкий аромат, который держится на тканях до 12 недель. Аромат не только долго держится и слышится, но и активируется при использовании и ношении одежды. И раскрывается дополнительными шлейфовыми нотами. Парфюм для стирки надолго освежает ткани и защищает их от затхлости, которая может появиться при длительном хранении одежды и постельного белья. Также аромагранулы отлично подойдут для надежного удаления неприятных запахов и освежения спортивной одежды. Мы приготовили для вас 3 продукта с потрясающими ароматами, среди которых каждый сможет найти своего фаворита. Солнечное очарование – это чарующий цветочно-фруктовый аромат с легкими нотами пряности и шипра. Это самый универсальный парфюм для стирки, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Цветочная гармония – это свежий аромат цветущего весеннего сада с нежными фруктовыми нотами. Этот парфюм для стирки наполнен теплотой и легкостью и создает ощущение единения и гармонии с природой. Ягодная энергия – это очень яркий, сочный ягодный аромат с легкими нотами фиалки. Этот парфюм для стирки заряжает бодростью и энергией. Он точно поможет поднять настроение, даже если за окном непогода. Аромагранулы расходуются очень экономно. Одного маленького флакончика хватает на 20 стирок. А яркая, красивая упаковка делает парфюм для стирки не только отличным умным помощником, но и прекрасным подарком. Дальше кислородный спрей-пятновыводитель. При каждой стирочке просто добавляем 327. Биокапсулы для посудомоечной машины. Очень нравятся. Их не нужно распаковывать. Артикул 10902. Вся косметика для дома. Биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. Дальше универсальное антибактериальное средство против бактерий и вирусов. 301-36. Робот-пылесос пополам с водичкой наливаем. Дальше спрей для очищения стекол и зеркал. Антизапотевающий эффект. Артикул 348. Бывает, что и заканчивается. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.